Свежий номер «Одинцовской недели» уже приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. Скрытые риски VPN-сервисов. Третьи лица лишатся крупных баз данных о российских пользователях сети. Рассказываем, как неделя ловила тех, кто переходит железную дорогу в неположенных местах. Житель Одинцова выставил на продажу уникальный лот. За свою любимицу хозяин просит 15 миллионов рублей. Мы решили поинтересоваться у горожан. Домашние животные доставляют больше забот или радости. Животные – это как маленькие дети, за ними тоже надо и ухаживать, и кормить ее. Поэтому это радость, я думаю. Проблем очень много, но радости еще больше. У нас он не кот, у нас он сынок. Это такие создания, они любят тебя, они радуются тебе. Кому-то нравятся домашние животные, кому-то нет. Кому нравятся, они их держат и заботятся о них. Многие заводят котов вместо детей. И с ними проще. Ребенку нужно больше давать внимания, поэтому на детей не решаются, а котиков заводят. С домашними питомцами нет никаких забот. Наоборот, они как бы похожи, собаки и питомцы, на своих хозяев характерами, поведением. Знаете, они такое тепло дают, преданность, эмоции искренние при встрече. Студентка из Звенигорода прославила родной город на всю страну. Рассказываем о новинках, которые приготовили флористы округа для милых дам. В преддверии женского дня мы узнали, какие букеты хотят получить девушки на праздник. Я хочу получить лилии, потому что они очень красивые цветы, у них большое соцветие и они ароматно пахнут. Я очень люблю хризантемы, муж мне всегда их дарит. Люблю желтый цвет, это большие желтые шары, которые приносят радость и солнце в дом. Тюльпаны, потому что они первоцветы. Гортензии. Лизиантусы. Ну, вот такие. Я люблю необычные цветы. Букета. Не важно, какие цветы. Важно внимание. Свежий номер «Одинцовской недели» можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!